Магаданском театре в скором времени состоится премьера оперетты «Мы хотим танцевать». Это спектакль в двух действиях Андрея Петрова. Режиссер-постановщик Андрей Цветков из Москвы. По сюжету двое студентов, Игорь и Наташа, окончили хореографическое училище. Они уезжают работать в театр Дальногорска. Вдохновленные возможностями в самом городе молодые люди начинают скучать. В театре ставят только Сильву, а главную роль исполняет престарелая Примадонна. Персонаж непростой. Сыграла Матильду Ивановну в оперетте заслуженная артистка России. Матильда Ивановна Тронская, она возрастная актриса, которая играла когда-то всех героинь в театре, как и я, собственно. Эта героиня такая того поколения, а то поколение, как говорится, было и в огонь, и в воду, вот, пойдет. Поэтому полна задора, безусловно, вот, вся энергичная, кокетливая. Осанчик уплетался в таверне и при этом напевал тра-ля-ля-ля. Все персонажи в этой пьесе очень разные. Игорь – карьерист. Он отчаянно стремится к своим целям, невзирая ни на что. Константин Благинин, исполнитель роли Игоря, рассказывает, что ему не просто было играть своего персонажа. Ведь характеры у них совершенно разные. Константин даже засомневался, получится ли у него. Для меня это первый опыт играть, ну, так мягко сказать, отрицательного персонажа. Мне эта роль далась нелегко, потому что нужно было много посмотреть, много почитать, много примерить на себя. Ну, в целом, вроде как сейчас я справляюсь, но трудностей было много. Как отмечает режиссер постановки, это оперетта об изнанке театра, о том, что скрыто от зрителя. Интриги, споры, дружба, любовь – все это можно увидеть в спектакле «Мы хотим танцевать». Авторы сказали о нем так. Оперетта, в которой много танцуют, или балет, в котором много поют. Премьера состоится в Магаданском театре 26 марта.